Всем привет, друзья! Сегодня хочу с вами поделиться одной своей наработкой по поводу вот такого вот смартфона. Это Realme 6 Pro. Сейчас и ведется запись и на данный смартфон. Вот. А у меня, когда стоял вопрос о покупке, смене своего старого смартфона на новый, в приоритете было, чтобы это было, конечно же, недорогой смартфон, чтобы он более-менее писал нормально видео и звук. Вот. Взял вот такой вот смартфончик Realme 6 Pro. Видео пишет более-менее сносно, для YouTube вполне достаточно, а вот со звуком были достаточно серьезные проблемы. Вот. Как он писал до прошивки на 11 Android, вот сейчас будет вам пример. Купил яблочки в Пятерочке. Вот. Одно такое вроде ничего. А вот второе яблочко. Вот фигня какая-то. Что-то из него, блин. Как пишет звук после прошивки на 11 Android. Вот пример. Вот так сейчас пишет звук Realme 6 Pro без всяких там установок, микрофона. Вот микрофон я буду подключать, вот такой петличный микрофон. Этот микрофон довольно-таки такой слабенький, вот по качеству он не очень хороший, но все равно как будет звук. И столкнулся я с такой проблемой, что не мог подключить к данному смартфону петличный микрофон, то есть он его не воспринимал, включаешь, не включаешь, ему все равно он его не видит. Вот сейчас я вам покажу одну настроечку в настройках данного смартфона, которая включает данную функцию, и можно будет подключить любой петличный микрофон. Вот на просторах интернета я такую информацию не нашел, поэтому для владельцев вот данных смартфонов, кто занимается записью и выкладывает свое творчество на просторы интернета, вот это будет полезный лайфхак, как улучшить звук на данном смартфоне. Итак, заходим в настройки, нажимаем вкладку звуки и вибрация, далее мотаем лист до самого конца и находим параметр другие настройки, и здесь нам нужно нажать устройство записи по умолчанию и дополнительно. Значит, в этой функции дополнительно, если к телефону подключено устройство с функцией записи звука, оно будет использоваться по умолчанию для записи звука. Вот, если вот как в моем случае было включено в автовыбор, автоматически выбирать наиболее подходящее устройство в соответствии с возможностями записями и сцены, то микрофон в этом случае работать не будет. Однозначно нужно поставить галочку на вкладке «Дополнительно». Сейчас вы можете слышать реальный звук петлички и как пишет сам телефон вместе с этой петличкой. Вот. Без петлички вы слышали, какой получается звук. Звук получается плохой, очень достаточно плохой. Несмотря на то, что телефон вроде как бы пишет более-менее нормально, но звук вот такой вот получается. Вот такое вот получилось коротенькое видео. Это мои личные наработки, поэтому решил с вами поделиться, чтобы вам было проще все это делать. Кому было интересно и полезно данное видео, не забывайте подписаться на мой канал, включить колокольчик, чтобы не пропустить, так скажем, более интересные и полезные видео для вас. Всем удачи, здоровья и всем пока!